Но благовещение говорит весть о том, что был один, который был обычным человеком, но который в дальнейшем смог воскреснуть. И это говорит о том, что в человеке, в каждом, должна быть вера. И человек не должен, и здесь самое главное или самое важное, чему это должно научить человека. Никогда в жизни своей не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, несмотря ни на что. Все равно сжимайте зубы, все равно боритесь, все равно верьте в доброе, все равно верьте в радость. Не слушайте никого, все равно стремитесь, все равно боритесь, все равно поднимайтесь. Все равно старайтесь, все равно что-то делайте. Это и есть наша внутренняя сила. Когда человек говорит, нет сил у меня, я все время говорю, сил нет у тела. Я, как в прошлом человек, болеющий тяжелым онкологическим заболеванием, хочу сказать, что иногда так было в моей жизни, когда не было ни сил, ни возможностей, ни финансов, а нужно было что-то делать. И в этот момент у меня было желание и физическая потребность лечь и лежать.